Героям и событиям Великой Отечественной войны посвящается. Областной центр посетили гости из Казахстана. Внук героя Советского Союза, участника Курской битвы Зиямата Хусанова Атабек и группа журналистов. Чтит ли нынешнее поколение память о героическом прошлом предков? Рассказ об этом в фильме, который зарубежные коллеги сняли на территории Курской области. Тур по местам великих сражений. В преддверии 70-летия Победы Великой Отечественной казахские журналисты решили по крупицам собрать события тех лет. Они считают своей обязанностью встретиться с каждым очевидцем, чтобы навсегда сохранить подлинную историю для будущих поколений. В феврале у нас были съемки Сталинградской битвы 70-летия, вот теперь вот Курской. Вот. Из нашей области 4 наших земляка получили звание Героя Советского Союза Курской битвы. Цель одна – вот показать, действительно, люди не забыли то, что вот эта война – это общая война, общая победа была. Русские, казахи, украинцы, осетины, узбеки, белорусы. Только в Курской битве участвовали воины 35 национальностей. 241 участник удостоен звания Героя Советского Союза, в числе которых был и дед Атабека Хусанова Зиямат Хусанов. Говорит, имя предка словно талисман, охраняет его всю жизнь. Эта фамилия до сих пор открывает трудные пути на моих дорогах. Я чувствую и сейчас, и до этого чувствовал. Спасибо за это деду. Конечно, огромное спасибо. Участники телеэкспедиции считают своим долгом отдать дань памяти каждому, кто отвоевал для нас право на мирное настоящее. В нашем Южном Казахстане, вот, например, про Курскую битву многие не знают. По истории мы читали в книжке, но увидеть все это, быть на местах, вот, думаю, это очень приятно, с одной стороны, и полезно. Ими движет желание открыть новые страницы истории. Участники съемочной группы уверены, их работа не останется незамеченной. Проект будет интересен и казахскому народу, и жителям России. Наши съемки мы после этого покажем в нашем национальном канале, казахстанском канале. Наши зрители могут увидеть этот фильм, посвященный 70-летней Курской битве. Например, сейчас Сталинградскую сняли, Курскую сняли, потом и поэтапно уже в течение 2 лет мы будем сериал вот это показывать. С каждым годом события 40-х становятся все дальше, но даже время не вычеркнет их из памяти потомков. Ирина Шашкова, Антон Латышев, телеканал «Сеим».